ли Александр Гусев снова губернатором Воронежской области? Ответ на этот вопрос мы узнаем в сентябре. А пока давайте спросим у воронежцев, как изменилась их жизнь за первый срок губернаторства Александра Викторовича. Ну, если по центру гулять, то прекрасный город, красивый. А так на окраинах не бывали еще? Бывал, но не очень там. Там не очень. По центру красиво, там не очень. То есть весь бюджет, он в центре? Не знаю, не могу точно сказать. Не очень устраивают дороги местные. Во-первых. Во-вторых, в принципе, центр города процветает, но районы, которые подальше от центра, можно сказать, что, возможно, они не очень, у них не очень много денег вкладывают, скорее всего. Хотя, если вы посмотрите на край левого берега, то все же можно увидеть позитивные изменения. С другой стороны, если взглянуть в развитие урбанистики города как в глобальном смысле, то оставляет желать только лучшего. Вы посмотрите, что происходит с городом, когда дожди. Мы приехали из Саратова и буквально недавно, поэтому мы не можем пока оценить работу. Но в целом скажу, что город красивый, интересный, есть с чем сравнивать, но оценить на длительном этапе развития пока не имеем возможности, потому что мы приезжие и только осваиваем город. Поэтому... На первый взгляд все нравится. На первый взгляд нравится, мы живем на том берегу, вообще центр очень красивый, современный, движется вперед, вот, но в сравнении, опять же, сказать не могу, что было раньше. Средний уровень зарплаты не соответствует тому, сколько требуется денег, скажем так, на съем квартиры, на продукты и все прочее. Ну а в целом, если так на уровень жизни посмотреть, ну, средний. Да я доволен им. Чего? Все нормально, идет по плану, как говорят. Справляется, да? Справляется. Обращает внимание на районы, по районам ездит. Нормально. В некоторых местах лучше, в каких-то худше, понимаете? Ну вот это вот, я хочу одно, знаете, сказать. Проспект, чтобы был плохой, что ли, вообще? Денег туда вложить. Можно было вложить куда-то на окраину или еще куда-то, правильно? Или еще что-то сделать. Я сам вообще-то лесник по образованию, понимаете? И вот я сейчас смотрю, что в лесах там творится. Вот вы даже возьмите вот наш Графский заповедник, да? И туда просто проехать и посмотреть. Лесное хозяйство полностью оно развалено, можно сказать. Везде. Лес попилили, восстановления особо нет. Везде, как говорится, хлам, там, буреломы и так далее. Даже рядом с городом. Ну, тройку можно поставить. Город чистый. Приветливые люди, хорошие дороги. Спасибо. Разве дороги хорошие? Да вы что? Где я живу, там хорошие дороги. Спасибо, губернатор. А где вы живете? В принципе, там, где по центральным дорогам, там я и катаюсь.